На конкурс я пишу стихи. Панченко Ксения, 11 лет, город Евпатория. Моя родная бабушка. Бабуля не раскроет мои секреты, не обидит, а простит. Не забудет про мои победы, а забудет про невзгоды вмиг. Эх, такую бы всем подругу, но она такая одна. Милая, добрая, красивая, родная бабушка моя. Она как солнце всех согреет, любовь, добро в душе посеет и теплым словом подбодрит, и все проблемы разрешит. И от ее тепла и ласки мы станем лучше, будто в сказке. Добрей, терпимей и сильней, и будем все ценить людей.